Мотор, на котором мы начинаем сезон, собран еще на базе стандартного Nissan блока. Билет блок будет немного позже, когда мы убедимся, что все идет по плану. Машина пока что на стадии постройки, а сухой картер только-только занял свое положение. Мы изготовили для него кастомный кронштейн, потому что тот, который предлагал производитель в комплекте с ним, нам не подошел. И вот сегодня прокинули масляные магистрали N12. Бодикит по-прежнему Vertex Edge, но в этом году он стал еще шире. Monster Service сделали дополнительное расширение на уже имеющееся. Но пока что это выглядит как-то так. Главное преимущество любой электропомпы – это то, что она вращается всегда с одной и той же скоростью, чего нельзя сказать о механической помпе, которая при высоких оборотах начинает кавитировать и создавать пузырьки.